Всем привет, с вами Серлова, продолжение прохождения, поэтражаем все легенды. И мы начинаем матч против Малерки. Играем мы в гостях. У нас нападение Балде. Серхио Роберто есть, Сиси есть, Рауль Гарсия есть, ничего себе. Мощная полузащита. Но если бы еще соло добавить вместо Анунзиата, то было бы вообще 10 из 10 у нас в полузащите, но... Думаю, Анунзиат тоже себя хорошо проявит в этом матче. Хотя можно быть просто великолепным игроком и провести матч плохо. Все бывает. Так. Понеслась. Эх, ничего не вышло. Я как-то рано решил свалить все-таки, потому что я хотел в конце матча получить красную карточку. Да, перестарался, кажется. Все-таки пусть будет эта фортуна, я думаю. Не знаю, как точно, может я передумаю к концу матча, но... Пока что в моих планах есть испытать фортуну, кто выиграет. Асасуна или же Малага. Гол. Тем временем. Малерка слабая команда, поэтому неудивительно, что так легко вышла добить, но все равно приятно. Ошибаются они понемногу. Можно словить вполне на ошибке. И вот, словил наш игрок. Эх, если бы развернулся и мне отдал, то было бы замечательно. 100% был бы гол. Я в себе уверен. Ну, будет очень удивительно, если мы все-таки умудримся проиграть. Но пока что меня все радует. Отлично. Держи. Балде. Эх, Балде, Балде. Вместо того, чтобы подать пас, решил пробить. Как и я, впрочем, часто делаю. Так. Меня оттолкнули. Нарушение. Но все-таки слишком рано уж просвистел судья. Можно было этого и не делать. Пока что. Ой-ё. Если бы судья все-таки просвистел, то мне дал бы красную карточку. Вполне мог этот судья, потому что FPS-судьи очень калечные. Я, кстати, подумываю все-таки обновить игру. Хоть я этого и не люблю делать. Но сделаю. Надеюсь, сохранение ничего совершенно плохого не будет. Тау. Он же не помешал, если бы я упал. Но симулировать это плохо. Так, отлично. Давай, давай, давай. Так. Сам игрок мой сделал ногу. Я буду крыть ихнего Балде. Стараться. Он действительно сильно на него похож. Да не надо мне только тут. Отдал, называется пас. Обалдеть. Я просто отдал пас. Кстати, он на Сизаева похож. Ух ты. Ничего себе. Или на Бученко, я их постоянно путаю, но кто-то из крайних защитников сборной Украины. Ну, главное, я помог своей команде. Если что, за Малагу я смогу обогнать, думаю, Асасуну. Это можно не переживать и побеждать спокойно. Ну, по крайней мере, фортуна точно будет. И надеюсь, будет на стороне Малой. Очень надеюсь всем сердцем. Но мы это потом проверим. Так, пока что в защите проблем нет особых. Нападение. Хорошо действует. Давай, Балде. Навес как-то не вовремя, потому что Сиси даже не успел добежать. Серхио Роберто уже переходит в защиту.
Молодцы, ребята. Ой-ой-ой. Очень опасно все было. Возможно, конечно, вместо меня оставили Сиси опорником или Серхио Роберто, но думаю, кого-то должны были поставить. Похоже, там был офсайд. Ну, не знаю. Все тут очень странно. Сейчас происходит быстро и ничего особо не показывает. Хоть я и забил гол, но из-за полученной красной карточки, скорее всего, будет рейтинг 5,5. Соло вышел, к счастью, поэтому можно вообще не переживать. Но я не видел места кого, поэтому, может, и не место Балде. Нет слов. Я просто не знаю, что сказать на этот счет. Это было очень тупой гол. Настолько был в шоке, что не договорил даже тупой. Так, у меня рейтинг сколько? 5,5, так я и говорил. Ну ладно, по крайней мере, я хоть один гол забил. Малага 0-0 с Хетафе играет. Барселона проигрывает 2-3 в гостях против Валенсии. Валенсия вообще рвет и мечет. Реал Мадрид побеждает 2-0 Сельту. Мало, седьмое место мы... Точнее, Сосуна третье. Ну ладно. Ладно. До сих пор в шоке. Невероятно, это было нелепо. И тем более там был автогол. Только не понял, от кого автогол. От вратаря или от игрока, потому что рикошет все-таки. Но показывали вратаря. Так, у нас матч Лиги Чемпионов против Блок Ройс. Не знаю, кто это такие. Ну это все, увидимся.